Так, доброе утречко! Ё-моё, опять уснула посреди ночи. Выключись. Не выспался нифига. Вот это у меня хата, вот это я понимаю. Вот это вот Моднянская у меня здесь квартирочка. Так, смотри-ка, у меня тут фотографии есть. Надо бы посмотреть. Нифига себе. Так, подожди. Зуб-то это понятно. А, она боком повернулась. Так, что у меня тут на фотографии-то есть? Причем оно у меня с двух сторон одинаковое. Я даже не понимаю, что здесь изображено. Тут явно изображена какая-то дичь. Что это такое? Ладно, ясно, понятно. Я, наверное, детектив. На улице шел дождь. Так и веяло нуаром. Так. Интересненько, интересненько. Так, а эта дверь у нас куда? Так, это что у нас? Я так понимаю, письмо о моем выселении. Что-то, что-то в этом роде. Так, подожди-ка. Давай мы все это дело прочитаем, конечно же, мы все это дело прочитаем. Письмо, в котором упоминается, что у меня есть деньги, чтобы выйти из дома, потому что я не могу заплатить за квартиру, потому что я бомж. Потому что я бомжецкий. Алексей бомжецкий. Так, а здесь, вот, допустим, что тогда у нас? А, фотография сделана внутри конверта, на которой я появляюсь. Я не знаю, что происходит, но кто-то наблюдает за мной. Вот такие вот дела. Такие вот делишки. Что ж, пора было съезжать отсюда, я вел расследование. Очень странное расследование. Пропали дети. Но, судя по всему, этот ребенок Петя ушел в новую семью и не парится. Что же, пойдем. Зайдем. В туалет. Потому что в туалете намного лучше все это дело думается. Подумал я. Вот такие вот дела. Подожди, мне кажется, или кто-то там возле двери находится? Подожди, серьезно? Я слышу, как кто-то там ходит. Правда, не вижу нифига. Фига себе у меня тут вообще. Так, починил все это дело. Да кто там долбится? Кто здесь? Вы что-то хотели? Извините, это сейчас... Эй, а ты кто? Да ну тебя нафиг! Нет! Ух. И что мне с этим делать? Нет! Что? Что тебе надо? Не рыгай мне в рот! Trapped in the dark. Ловушка в темноте. Что-то будет происходить, нет? Или... Часики закрутились, лайки намутились. После внезапного посещения каких-то личностей моего имущества я долго не мог открыть глаза. Потому что в них все было темно. Как, в принципе, и в моей жизни, и в моей душе. Блин, Василич? Извините, вы что-то хотели? Почему я у вас в багажнике? Опа-на. А вот с этим, ты смотри-ка, а. Закопарем с этим. Что вам надо? Что вам нужно? Блин, тащит меня куда-то. Но... Да кеды у меня нормальные. Чистые, хоть не заморали. Да так бы, если бы не в багажнике ехала, пешком обязательно бы заморали.
Вот такие вот дела, Трапетенси Дарк. Мое сердце билось как... Так, доброе утречко! Фух, подожди, где это я? Че, в подвале, что ли, в каком-то? Вот это фигово я поспал. Вот это поспал, так поспал-то. Говорится, вот смотри, тут и фонарь есть. И не только фонарь есть. Так, у меня перед глазами что-то вылезло. У меня такое чувство, что действительно я нахожусь в какой-то компьютерной игре. На самом деле, это Василич играл со мной. Так, что там говорят? Ну, типа, это фонарик, который осветит, так сказать, мой путь в темноте. Что я тут хочу? Перевести-то смысл от этого. А взять-то я его могу? А, все, я его взял. Ну, логично, в принципе. Зачем я это пытался перевести, стесняясь спросить? Так. Так, постер Пети, который потерялся. Забыл его потом найти. Куда же он делся, никто не знал. Петя, Петя. Петушок. Так, ладно. Хм, интересно. А цепи для меня подготовили, нет? А то я просто без понятия. Так, смотрю, у меня залезть не могу. Он там с покраской вон еще не закончили. Как высоко я могу прыгать? По прыжкам в длину я был на последнем месте. Так, здесь у нас ничего нет, просто выход. Мне просто дадут уйти из этого странного подвала? Не верится. Лехи не верил, что он может так просто сбежать. Хм, и лифт работает, посмотри. Просыпайся, иди куда хочешь, делай что хочешь. Такие вот дела. Так, отлично. Я еще иду так. Как этот. Папай. Па-па-па. Где мой шпинат? Очень странные картины. Подожди, кто там что шепчет? Не шепчи! А что происходит? Я ничего не вижу. О, нормально поднялся. По жизни. Вот это вот хорошие картиночки. Это походу то, что со мной сделают. В случае чего. Так, картины вели меня куда-то. Куда-то, возможно, даже в туалет. Зачем, для чего, мне не было понятно. Так. Нужно было обойти всю квартиру. Так, один ключ. Опа-на! Так. Опять тут картины. Ну, фотография с глазами, что понятно. Фотоаппарат. Который везла какая-то персона. Понятно. Очень странные фотографии. На которых, говорит, изображен я. А кто еще тут изображен? Не совсем понятно. О-о-о! Я чуть буду долго отсюда выбираться. Так, ни один свет не работал в этом проклятом доме. Камера. Кто-то следил за мной. Кому-то однозначно что-то нужно было от меня. Наверное, тот, кто утащил меня сюда. Цифра 5. На барабане. Угу. Сейф. Возможно, это было... Чё? Так, четырехзначный. Код идет у нас четырехзначный. Как я его должен отгадывать, я понятия не имею.
Ну как-то должен был я его отгадать. Поэтому с меня было не дать, не взять. А надо было лишь отгадать. Так, сюда мы тоже, да, никак не пройдем. И это мы не врубим. Весь дом заколотили. Эй, люди! Помогите, пожалуйста! 5 рублей на проезд не будет, нет? Да, не будет. Так, и что? И что, и где мы ищем здесь? И вот такая вот здесь жесть. Пойду по комнатам погуляю. Так, это что у нас? Таблетки. Сонные пилюли. Тут их, интересно, использовал. Так, а телек, может, как работает? Непонятно, как он работает. Так, в шкафу. В шкафу сиделось уютненько. Так, не вижу ни одного ключа. Блин, а чё я так невысоко прыгаю-то? У меня чё с ногами-то? Мне их по колено, что ли, обрубили или чё? Кто-то однозначно наблюдал за мной. Код от сейфа. Где же мне его взять-то? 5. Картины нельзя было снимать. Что и где мне здесь найти? Опа-на! Летающие лёхи! Так, здесь тоже нет. Ни кода, ни ключа, ничего. Совершенно ничего. Что делать с этим, я не знал. Как выбраться отсюда тоже. Но чей-то... И все, я рифму потерял. Так. Здесь попробуй в темноте что-нибудь найди. Так. Детский ботинок. Принадлежал какой-то девочке. Интересненько. Продолжаем наблюдение. Собираем данные. Ведро с водой. Нафига оно мне нужно? О, веревка есть. А мыло есть? Чтоб я не мучился сразу. Ничего не вижу. Ничего я здесь не найду. Где-то что-то я пропускаю. Ду-ду-ду. Где? И что вопрос? Лишь в этом. Ну не может быть пароль 4-5. Бред какой-то. Нет, он явно не 4-5. Так, коробку нельзя убрать. Ключей я здесь не вижу. Свечка. За мою душу, наверное, поставили. Или за мою душноту. Не знаю. Не, реально, я ни ключа, ничего найти не могу. И на улицу не выйти. Никуда мне не пройти. Я понял это все. Ключ-то где мне взять? Где я его слепошарю опять? Подожди, ключ-то у нас в холодильнике есть один. А что если его просто это? То есть это мне так и надо было делать? Серьезно? Не, ну я думал, что есть какие-то более простые методы. Ну ладно, окей, хорошо. Раз, два, три, четыре, пять. Я иду лед расплавлять.
танец. Честно, я думал, что как-то, ну... Ну не так это, я явно буду делать. Хотя детектив. 4-5. Так, ну-ка, ну-ка, о, дела. Да ты чё, а? Издеваешься надо мной, что ли? Давай. Раз, два, три, четыре, пять. Главное, руки не обжигать. Все, замечательно. Так, ладно, желтый ключ есть у меня. Ключ был от второго этажа, чтобы я мог пройти дальше. Обалдеть, здесь замков что-то, чё орёшь прям? Здесь еще замки, здесь замки. А это что куда? А куда это, интересно, идет? Так, ну ладненько. Ладненько-прохладненько. Так, два. 5-2. Ну хорошо, допустим. Опа-на, нифига себе! Вот это сейчас мне больно было, конечно же. Конечно же, было больновато. 5-2. 5-2. Такая долгота. Так, заглянуть даже не могу. Куда он идет-то, а? Просто врубает телек или что? Но для того, чтобы что? Не совсем понятно. Так, синий ключ мне еще. Опа. Так, есть у нас зеленый ключ. Отлично. Так, пойдем-ка зеленым ключом что-нибудь здесь. Один замочек приоткроем. Но все равно нам нужно найти второй еще. Хорошо, что у меня давно был навык. Активирую. Не знаю, кого активирую. Активирую поиск ключей в голове. Только как я его активирую? У меня забрали все. Все, что могли. Реально, а где найти-то? Пилюли. Это я понял. Зеленый ключ есть. Нужен еще ключ. Ружье. Так, смотри-ка, там и сверху есть что-то. Сверху там что-то есть. И какая-то здесь жесть. Вот такие вот дела вылезают у меня. А, смотри-ка. Я понял. Два это таким цветом получается, розовым. А пять это желтым, соответственно. Цвета теперь. Желтый, синий. Подожди. Желтый, синий. Третий какой? Оранжевый и розовый. Желтый, синий, оранжевый и розовый. Это тоже понятно. Но я-то всего две видел. 99 комбинаций я явно не хочу перебирать. Так, ищем дальше. Ищем, ищем дальше мы. Вот такие вот дела.
вопрос, где искать-то? Молоко! Молоко! Что я... Вот что я врубил? Зачем я врубил телевизор? Я реально не совсем понимаю, для чего я врубил что-то. То есть запустил один этот. То есть что-то где-то врубилось. Ой, фиг знает куда все эти дела. Ключей не вижу. Вот. Не видел ключей, не нашел ключ. Так, не отсюда. Не отсюда. Так, сюда тоже не подходит. Если себя спросить тогда, от чего ключ? Вряд ли он к туалету подойдет. Он вообще не похож на ключ от туалета. Ладно, может быть, он мне где-то дальше понадобится. Блин, находишь ключ, такой уже радуешься. Ты думаешь, вот-вот. Вот-вот, сейчас дальше будет новый поворот. А тебе говорят, нет, молодой человек. Нет, молодой человек. Нет, человек, погоди. Ты. Подожди, реально, я что, просто вот это врубаю свет или что? Тут понять не могу. Типа да. Типа, а зачем я врубаю электричество? Для того, чтобы что? Вот этот вопрос интересненький. Это действительно интересненький вопрос. А, точно, у меня же здесь от этой фигни, все. Да ё-моё! У меня две ноги всего. Все, пошли дальше. А мы дальше и здесь пошли. И куда-то мы прошли. Вот в каморочку зайдем, там и буковку найдем. Три. То есть, в принципе, я могу перебрать уже. Мне ничего не мешает это сделать. Три. Три это синие, так понимаю, да? Так, лом есть. Лом у меня есть. Ну, всякое же, да, ну, всякое она синим цветом. Так, больше здесь ничего нет? Допустим, синий. Здесь желтый. А, ну, в принципе, если без этого смотреть, то и видно хорошо. Так, а здесь... Здесь розовый. Так. 5, 3, непонятно что. И 2, видимо, да? Подожди, что я делаю? Фрюку, ты делаешь сейчас? Стой. Все, сбился. Сбился. Так, это точно желтый, да, у меня? Желтый идет. То есть 5-3, непонятно что. Желтый, синий. 5-3, непонятно что и 2. А я что делаю?
Так, 5-3-8-2. Так, это у меня отсюда нижний замок. Это ладно, это ясненько и понятненько. Продолжаем вести наблюдение, что-то искать здесь. Непонятно что, непонятно где, непонятно почему. Как-то так, вот как-то так. Вот такие вот дела. Ладно, ребят, давайте на этом закончим первый выпуск. Если ждете продолжение, обязательно напишите об этом в комментариях. И мы запили вам... Мы. Я запилю вам про продолжение. Будем ходить дальше, искать все вот эти вот ключи. И тогда, ребят, не забываем подписаться на канал, смотреть другие ролики на канале. На этом все. С вами, как всегда, был я, Леха Смерть. Всем отличного настроения, ребят. Всем удачи, всем пока. Увидимся. Всего хорошего. Давайте, ребят, до встречи. Покедуйся.